Сейчас я вам покажу, сколько будет теста. Тесто хорошо развито. Все développé. Bien lisse. Можно уточнить, какая мука используется у вас при дегустации? Это украинская мука, производство Днепропетровск. Это город Днепропетровск. Показатели количества гликолита и ориентировочно 27% и ДК 71%. Мы не используем французскую муку, поскольку мы понимаем, что все украинские предприятия работают с нашей мукой отечественной. И до такого качества, как даже у нас сегодня. Да. Вопросы к киевской муке. Дело в том, что иногда у нас наш лекарский центр покупает и муку и Киевлы, и Днепромлы, и других мельничных комбинатов. То есть это сейчас так совпало, что именно Днепромлы. Это может быть и Белая Церковь, и другие мельничные комбинаты. Итак, у нас окончание. Ну что, дорогие гости, мы сейчас прервемся